Задавай вопрос. Вопрос, ну, что люди-то говорят про ваше похудение? Ну что, говорят, что стало хорошо выглядеть, все нормально говорят. То есть вы довольны, да? Да я довольна, да. Вот даже... смотрите, если, скажем, вот по 10-бальной шкале оценить, вот, скажем, вашу удовлетворенность операции от 1 до 10, где 0 – это самый плохой результат, а, допустим, ну, 10 – самый хороший. 9,5 – это точно. Вот если взять полбалла, вот то, что, вот, допустим, вот жена вот эта, а так бы можно было 10. Ну, не знаю, я довольна. Ну, понятно. У меня там дискомфорт редко, когда вот я испытываю, все нормально. Я вообще не жалею даже, ну, ни граммочки, ни это. И все его только советуют, честное слово. Напомните, пожалуйста, сколько времени после вот операции прошло? Ну, операция была вот у меня последняя в марте 2007 года. И да, за это время потеря веса сколько составила? Ну, за это время нельзя говорить, потому что, я считаю, год он у меня не работал. Я уехала, у меня был не затянут. Ну, всего вот сколько вы потеряли? Вот с октября 2008 года я где-то потеряла, ну, 42 килограмма точно потеряла. И где-то вот там 8 килограмм вот за тот период длительный, ну, там как-то это... Хорошо. Большое спасибо. Значит, другим пациентам в интернете мы можем показать это в звуке? Покажите, конечно. Спасибо большое.